spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня у нас в обзоре представлены очередные безинерционные катушки от польской компании Dragon. Это серия Nano Power с передним расположением фрикциона. На данный момент существует всего три модели весом от 205 до 239 граммов, а их одинаковое передаточное число составляет 5,2 к 1. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом FD930i. Nano Power имеет современный дизайн, выполненный в черных тонах с золотистыми элементами, их основным предназначением является оснащение спиннинговых удилищ. При создании тонкого корпуса слимбади и ротора используется нанографит. Это обеспечивает их прочность при небольшом весе. По заявлению производителя, внутри установлен механизм с главной парой класса H и G и осью из нержавеющей стали. Кстати, при изготовлении ротора применяется Super Balance System, позволяющий свести к минимуму излишнюю вибрацию данного узла. Чтобы вращение было более плавным, в моделях устанавливается 9 подшипников. За исключением одного роликового, все остальные подшипники шарикового типа, выполненные из нержавеющей стали. В конструкции предусмотрен моментальный стопор обратного хода Infinity Anti-Reverse. Он защищает механизм от проворачивания в противоположном направлении. Перфорированная шпуля сделана из дюралюминия и обладает скошенным бортиком для обеспечения более дальнего заброса. Лесоемкость составляет от 135 метров монофила сечением 0,25 мм до 180 метров диаметром 0,30 мм. Для его крепления предусмотрена круглая металлическая клипса. Также отметим наличие усиленной полой дужки и титанового ролика лесоукладывателя с функцией противозакручивания, что помогает избежать образования петель и так называемых бород. Мультидисковый фрикцион имеет переднее расположение и способен справляться с нагрузками до 6 или 8 кг, в зависимости от конкретной модели. Кстати, здесь имеется специальная эластичная прокладка, защищающая тормозные диски от воды и грязи. В нижней части корпуса расположен компактный флажок реверса. В одном положении катушка работает только в режиме намотки, но после переключения можно вращать ротор в обе стороны. Ручка сделана из дюралюминия и оснащена плоским кнопом из EVO. Чтобы сложить рукоятку на время хранения или переставить ее на противоположную сторону, необходимо воспользоваться специальным прижимным винтом. При этом дополнением к Dragon Nano Power является наличие тканевого чехла, в котором ваша катушка будет храниться в перерывах между рыбалками. Его горловина утягивается простыми веревочными шнурками. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.